Всем здравствуйте, меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург. Мы с дочей пришли в магазин на Балакуна. Грядка называется, открылся новый магазин овощей и фруктов. Сейчас мы с вами посмотрим. Так, каждому покупателю скидка 10% с 8 до 9. Молоко «Минская марка», акция «Груша» 55 рублей килограмм. Все, пошли. Закрывай зонт, быстрее открывай дверь. Быстрее. Зонт мы закрыть можем и там. Так, корзинку будешь брать, дочь? Да, то, что надо. Так, что у нас тут? Капуста. Так, а что ты возьми вот другую, вон ту. 22 рубля. Ну, так. А, там даже есть бесплатная уценка. Так, яблоки, 135 рублей. Яблоки Гульден 150. Так. Что-то, сколько же в Икее? Так, яблоки Семеренко 145, яблоки Антоновка 135, Айдая Ред 130, 70, Санта Мария, мандарины Марокко 140, конференц 235. А что тут дорого? Слушайте, а что тут дорого? Конференц, лимоны 470, в Икее дешевле. Да, гранат 300 рублей, апельсины 110, и такие страшненькие. Вообще, а груши страшные. Да. Так, лимон, конечно, 470, но не такие хорошие. Но, извините, за 299 можно купить в Окее. Красный апельсин 195, но вот это более-менее ничего. Так, слева венгерка 195, яблоки чемпион 125, киви 180. Так, грейпфрут 115, огурцы длинноплодные 105. Помидоры на ветке 199, это у нас зазоля 155, ой, мама дорогая, 99 оценка, да, это у нас 135 рублей, перец 300, это 195, Турция, красный 300, так, редис 60, 115, это у нас китайская капуста, чеснок 399, корень имбиря 480 рублей. Салат айсберг 200. Так, это капуста 50 рублей. Так, фу. Цветная капуста 130. Баклажаны 300. Так, ялтинский лук 210. Так, репа 70. Дайкон 140. Так, а это у нас редька 50 рублей. Да, так, а тут у нас идут конфеты. Так, конфеты. Консервация всякая. Потом у нас здесь макарошки. Так, пшено 75 рублей. Так, рис 90, 80, ну, знаете, что-то я не замечаю, чтобы здесь что-то, а что гречи нет? О, вот это печенье. Вот, кстати, печенье дешевле 99. Вот это вот печенье, оно вкусное. И оно, вот оно, стоит дешевле, чем вот, например, в призме, в том же самом Икее. Так, макароны 98 рублей, дороже. Дороже. Так, мука 65, 110 килограмма. Это макфа 110 тоже. А, вот, кстати, ржаная мука. Кудесница 49. Дельный помол. Так, масло оливковое золотое семечко 115. Подворье 75, олейна 99. 415, 5 литров. Так, а, сухов, в смысле, я имею в виду, здесь у нас идет так, папайя 445, сухофрукты, вон там, кумкват сушеный 300, кумкват желтый 295, а это что такое, кизил, 380, груша вяленая 370,
помыла листики 560. Так, шиповник 260, боярышник 150, ананас 475, 700, нифига себе, манго натуральная, 800, 370, сушеные киви, ананас палочки 475, дыня, канталупа 550, чечевица 110, маш, ну ты чё, ничего? Ну ты не 190, что? Тут есть то, что ты хотела? Так, арахис в цветном сахаре 150, смесь витамина 440, ананас кубики 385. А это что такое, рис? А, басмати 380, который? Нам рассказали. Банановые чипсы. Фундук не очищен, 499, не помнишь. Кедровые орехи 460, а вот орех макадами дорогой, 1150 здесь. Так, арахис жарен 230, арахис Индия 180. Смотри, макадамия здесь дороже, чем в дорогом ларьке. Так, кедровый орех очищен килограмм 1600. Фисташки жарен 1100, фисташки сырые 999 рублей. Смесь ореховая 900 рублей, арахис жареный 190, инжир 450, урюк красный 195, финики без косточки 230. Вот финики неплохие, вот эти вот тоже. Так, 999 рублей килограмм. Так, чернослив 210, там у нас урюк этот жесткий 265, курага 270, курага джамба 270, это сахарная 207, чернослив датури, а это чернослив быка Сербия 400 рублей. О, так, это у нас бразильский орех 960, грецкий орех Экстра Лайт 1200, фундук сырой 950, фундук жареный 995, кешью жареный 1150, изюм Голден 300, курага 230, курага лимон 240, изюм 400. Это что такое ты взяла? Это похоже на крем. Это крем сливки написано. Да. И что это пить? А вот тархун, кстати, есть. А я люблю тархун. А вот тархун, видите, 65 рублей. Это какой-то крем у нас. 65 рублей. Крем сливки. Изюм джамбо голден 380. Кешью жарен 1150. Кешью сырой 1070. Миндаль 1055. Миндаль 1100. Так. Курага 350 и курага 610. О, кстати, так, картофель красный 30 рублей, картофель белый 30 рублей. Так, тут заморожено. Кстати, малинка заморожена сейчас. Помидоры-то я не посмотрела. Малина 399 рублей. Так, помидоры через 195. Помидоры через 195. Кстати, интересно, вот эти помидорки. Где у нас помидоры розовые 250? Вот они. Кстати, пахнут. Пахнут неплохие. Так, помидоры Ростов 300 рублей. Нифига себе, 300 рублей. Вот это виноград еще. Ой, 199, виноград Молдовы 160. Ну, не знаю, как-то так. А, кстати, я не посмотрела там. Я обошла и не посмотрела. Сейчас. Так. Так, 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 груша 55, морковь мытая 40, свекла 25. Кстати, свекла. Ну-ка, это лук 49, морковь 25. Лук красный 70, картошка молодая 60. Вон она маленькая такая. Картофель Египет 50. Нет, Египет я не хочу. Так, теперь подойдем к дочери. Сейчас я у нее спрошу. О, сколько здесь печенек, вы посмотрите. Это что за прелесть? А я там помидорки, думаю, взять. Вот такие помидорки пахнущие. Ой, какая тут вкуснятина. Творожник с лимоном? И сколько это стоит? А вон цена 100, нет. Это не цена. Ну да, вот это не цена? Стоимость, да, вот, да. Стоимость 86. Сколько? 86.
О-о-о. Сманг? Где сманга? А, точно. Вон, посмотрите, печенье, бисквиты, глазури, сманга. Цена какая? 336 рублей. Но здесь сколько граммовка? Ну, она большая. Здесь, наверное, около килограмма. Хотя они легкие. Ну, килограмм не знаю. Там вообще все в этом. А я хочу взять здесь помидорки. Помидорки неплохие, пахучие. Пахучие. Сейчас я посмотрю еще. Здесь... Так, а масло что это у нас такое за масло? Я не знаю. Буренка. А, буренка. Насечная буренка. Буренка. Масло буренка. 135-250. Что-то еще хочешь? Хватит тебе всякого. Не надо. Не набирай. 76-62. Все, не надо. Это тебе не надо. Что я хотела здесь посмотреть? А, овощи. Где миндальное молоко? Миндальное молоко 210. Так, это лук-пари 400, укропчик 25, петрушка 25, лук зеленый 40, кинза 50. А, вот я хотела грибы 300. Так, ну ладненько. В общем, это у нас что такое? Корень сельдерея 199 рублей. Пойдем, покажу тебе помидорки. Да, ну это такой корень сельдерея. Иди сюда. Слышишь? Смотри. Помидорки черри. И где? Вот, вот эти вот прям. А, как пахнут. Вот эти помидорки надо брать. Вы представляете, моя дочь, моя жена, на выходе в магазин. Ты зонтик взяла? Я такая, нет. Он говорит, а что у тебя? У меня вот так висит зонтик на руке. Я такая, нет. Вот смотри, мы взяли, смотрите, мы взяли вот такую сладость. Я не знаю, как это. Ну, это, я не знаю, какой это язык. Поздравляю с учебным месяцем Рамадан. Сахарный сироп, яичный белок, отвар корня ядмак, вода, лимонная кислота, ванилин. В общем, 100 рублей стоит вот эта баночка, мы решили... Легкая очень. Нам сказали на хлеб, это как-то сладость и на хлеб. Я думаю, я и так смогу ее лопать. Нет, звучит так, вот она, это грядка магазин. Так, номер дома, это по Балакуна, вот, улица Балакуна, 16, вот. Ну, попробуем. Не, ну то, что она сказала, с хлебом. Раз в год делается? Раз в год делается. Значит, надо попробовать. Ну, вот мы решили попробовать, потому что вот это такую сейчас восточную сладость мы не пробовали. Но будем надеяться, что действительно вас... Кстати, надо будет в интернете пробить, посмотреть, потому что... Что такое? Ну, она легкая, да, коробочка? Да, она как взбитый зефир. Как взбитый зефир? Зефирка. Ну вот и посмотрим. Ладно. Все, мы пришвырнулись с дочей. Ну вот, и не пишите мне, что мы там. Посмотрите, народу, что вот самоизоляция, карантин. У нас карантина нет, самоизоляция носит какой характер, Настя? Да, рекомендательный характер. Да, кроме старше, кроме людей старше, старше 65 лет. Ну да, под карантином, если кто вот откуда-то приехал, или болеет, или еще что-то. Ну вот, так что не надо мне писать, что мы там болтаемся или еще что-то. Нет, выходили за овощами. Да, выходили. Но виноград не очень, да. Вот, поэтому не пишите, потому что отвечать я на такие сообщения не буду, даже время терять. Если я вижу, как только там что-то такое будет написано, я и читать далее тоже не буду. Поэтому не пишите. Если вы как-то относитесь к этому вирусу, соответственно, сидите дома. Мы и так сидим дома. Да, мы это и так сидим дома. За сколько обычно у нас будет? Ну вот, сегодня у нас пятница, магазинный день. Ю-ху! Проколочный. Не говори, это вообще, конечно. Ну ничего, как сказали. Знаете, тоже вот странно говорят. А сейчас мы будем снимать как бы этот карантин 4 этапа. Во-первых, карантин не введен, самоизоляция, да? Будет снимать 4 этапа. И тут же начинают кошмарить людей. Ну, ладно, все, на этом все. Спасибо всем за внимание. Большое спасибо, что зашли на мой канал. Огромное спасибо всем, кто подписался. Ой, меня что-то занесло. Кто со мной давно, кто пишет комментарии. Кстати, подшоп работает. Вот. Хочу вам пожелать крепкого-крепкого здоровья, не болейте, мои дорогие, всех благ, душевного спокойствия, без паники, все будет хорошо. В аптеку зайти, давай.
Ну и мирного неба над головой, дружбы между народами, уважения, взаимопонимания, между разными вероисповеданиями. До новых встреч, до свидания.